Саженцы малины традиционной зоренька Алтая представляют собой мощный раскидистый кустарник с плотными побегами, они упругие, за счет чего не ломаются зимой под тяжестью снега. Плоды средние по весу, около 3 грамм одна штука. У них округлая форма, цвет бледно-красный. Ягоды хорошо переносят транспортировку. У них кисло-сладкий вкус, и их чаще всего применяются для еды в свежем виде или для изготовления компотов и варенья. Срок созревания урожая средний, ягоды формируются к концу июля. Крупномер зоренька Алтая морозостойкий, также на нем немного шипов, а те, которые есть, находятся внизу, не мешая сбору урожая. Малина традиционная зоренька Алтая – это многолетнее растение. Малина прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Тип роста этого симпатичного растения – высокорослый. Малина традиционная зоренька Алтая имеет средний срок созревания. Плоды малины созревают в месяце июль. Урожайность малина традиционная зоренька Алтая около 3 кг, и это средняя урожайность. Бывает как больше, так и меньше. Масса плодов приблизительно 2,8-3 грамм, но, конечно, зависит от условий выращивания. Форма у ягод округло-коническая. Окраска ягод красная. Вкус кисло-сладкий. Ягоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Обратите внимание, что малина традиционная зоренька Алтая – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.